Всем привет! Сегодня мы попробуем икру форели, или так называемый steelhead. Выглядит она очень-очень аппетитно. Но сейчас мы ее откроем. Икра декабрьская. В состав входит только икра и соль. Без каких-либо химических добавок. Но чем отличается эта икра от другой икры, которую мы предлагаем? Это икра из пресноводной рыбы. То есть семейство красных рыб, которая не живет в океане. Я снял этикетку. Отрезал пленку. И сейчас мы посмотрим размер икры. Она не крупная. Мельче, чем у нас икра в этом году коха или кинга. Ну, естественно, чамок. Ну, похоже на, по размеру на горбушевую икру. Выглядит очень-очень она аппетитно, красиво. Сейчас мы ее понюхаем и попробуем на вкус. Да, икра зрелая, зерно твердое. Кто любит твердое зерно, посмотрите, как оно выглядит. Малосол. И вот это можно назвать малосолом. Кому нравится малосол, твердое зерно и сухая икра, пожалуйста. Ссылка будет внизу под видео с дискаунтом. Икра форели. В этом году она мне очень понравилась. В прошлом году она, ну, так была. Вкусная, но не очень. В этом году я бы ее... Очень приятный был сольчик.